Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Маленький танк. Вот где ездит эта машина. И делает это легко. Такую машину купил себе Юра Бедрак. Он приехал к нам в гости в Гайсин. Рядом Александр Ермолюк, Денис Тарасюк. В общем, все в сборе. Юра, как ты дошел до такой жизни, Юр? Я на самом деле до такой жизни всегда думал и мечтал, как вот дойти до такой жизни, чтобы делать мало, а зарабатывать много. Я познакомился с бизнесом компании FFI 18 месяцев назад. И за последних 10 месяцев заработал конкретно на Opel Antara и приобрел его с салона новый автомобиль. Ничего подобного раньше не видел. Посмотрим, что тут у Юры есть. Ну, Юр, сделай экскурсию нам, небольшую. Места полно. Спереди. И лома. Сзади. И лома? Машина акционная, дети в подарок. Ребята, а что вы здесь делаете вместе? Почему? Как так получилось? Потому что моя команда одна. Работаем вместе в одной команде. Пришли порадоваться за Юру. Работаем. Отдыхаем, работаем. Что нужно сделать, Юра, для того, чтобы... За какой период ты заработал на эту машину? Я заработал на эту машину за последних 10 месяцев. Вот я заработал конкретно эту машину. Уплатил за нее в салоне 31 тысяча долларов. Многие люди говорят, нереально зарабатывать такие деньги. Кто может зарабатывать такие деньги? Любой человек абсолютно, имея только две вещи. Имея сильное желание и имея цели в жизни. Работать им именно сильное желание. Если человек имеет эти две вещи, цели в жизни и желание работать, он однозначно всего достигнет в жизни. Благодаря нашему бизнесу. С чего начать нужно? Нужно для начала пройти тест-драйв, чтобы вы могли увидеть, что у нас за тема, какой у нас продукт и конкретно, что каждый из вас может заработать. Спасибо, Юра.